Тяжелая тренировочная неделя для регбистов завершилась накануне поздно вечером. С сегодняшнего дня команда сбрасывает обороты и готовится к самому матчу Еврокубка, который будет первым для российского регби. Мы, наверное, все-таки не блеснем. Давайте реально будем говорить. Но то, что задача сыграть достойно и набраться опыта. И в конце концов, для того, чтобы выходить на уровень, надо кому-то начинать. Вот Енисей начинает. Енисей не случайно удостоился возможности играть на таком высоком уровне и с такой топовой командой. В прошлом году спортсмены завоевали звание чемпионов России, а также выиграли квалификационные турниры у итальянцев, португальцев. Выход же в Еврокубок регбисты оформили на этом самом стадионе, обыграв румынов 2 мая. А вернется Енисей СТМ. В Сочи уже в январе клуб проведет матч с английским Ньюкаслом. Не раз прибудет в спортивную столицу и главная сборная страны по регби. Сборная России будет три матча принимать в течение зимы. В феврале это будут матчи против Испании и Германии, а в марте топовый матч против сборной Грузии. Так что в Сочи будет много интересного регби в эту зиму.